отмечая свой день рождения, недавно ты сказал, если бы тебе предложили вернуться в какой-то возраст, да, ты сказал, что вот прям хочешь быть в сегодняшнем. Расскажи, что вот тебе в сегодняшнем твоем возрасте больше всего нравится? Мне стукнуло 41, а, наверное, кризис среднего возраста я прошел лет в 36. Угу. Хотя, черт его знает, кто-то говорит, он 45 приходит. Я не понимаю, что такое кризис среднего возраста. Ты сегодня в том состоянии, когда ты вроде уже понимаешь, что в жизни происходит, но, безусловно, я понимаю, что мудрости еще набираться, и ты будешь всю жизнь делать ошибки, да, и исправлять их, и двигаться дальше, о чем-то сожалеть, где-то будет стыдно. Но главное осознавать это абсолютно, принимать эти ошибки, да, и искренне людям говорить, что я принял эту ошибку, да, двигаться дальше. Ты и в форме вроде физической, то есть ты чувствуешь в себе силы, ты по-прежнему играешь в хоккей. Ну, ты вроде молодой и уже мудрый, скажем, да, достаточно опытный все-таки. Ну да, наверное, да. Ну да, кто-то мне сказал в 25, блин, да нет. Кто-то мне сказал в 30, да нет. Я помню себя в 30. Да я себя в 35 помню. Ну, я не хотел бы в 35 возвращаться. Потому что знаки ошибки ты совершал. И, наверное, я сожалею о том, что то, чем я сегодня занимаюсь, я не стал делать раньше. Вот. И когда ты сегодня это осознаешь, наверное, психологически хочется остаться здесь и сейчас, в этом моменте. Твоей дочке 10 лет. Очень многие, даже твои подписчики, говорят о том, что она на тебя похожа. Да. А характером тоже? Наверное, да. И характер моей мамы, и взгляд. У меня мама такая, знаете, хохлушка, но если что-то не нравится, взгляд меняется. И когда у моей дочери, значит, она с моим сыном что-то не ладит, или я ей задаю какой-то вопрос каверзный, либо шучу над ней как-то, бывает вот так. Сразу же. Я говорю, я понимаю. Мне нравится, что у нее свое мнение есть. У меня всегда было свое мнение, и мне нравится, что можно с ней договориться. И воспитывают же по-разному все. Я никому не хочу навязать свое воспитание детей, но мы до 4 лет по попке-то хлопали. Почему? Потому что так надо было делать с точки зрения психологии. И сегодня, начиная с 5 лет, меня мои дети слышат, я могу договориться. Лен, вы знаете, я ими горжусь в том плане, что где бы я ни находился с ними в социуме, в заведениях, в ресторанах, в днях рождениях, они меня никогда не подводят, не позорят. Они скромные, они понимают, что к чему. Нет такого, что избалованность, вот это я не люблю. Поэтому, какой возраст, мне кажется, ну, самый такой интересный для детей, вот, допустим, вот у твоих? Да они же клевые в разном возрасте. Допустим, я не хочу, чтобы Ярославчик, а мы его Ясик зовем. Я не хочу, чтобы этот маленький очконоид вырастал. Он какой-то, ему сейчас потискать. Да, вот я и говорю, что, конечно. Я говорю, не расти, пожалуйста. Ну, оставайся таким, я хочу тебе, чтобы ты был. Вот я тоже с вами говорю, ну что ж вы так выросли, это быстро. Но, кстати, я только с Юрой знакомый, могу сказать, что вот он ко мне приходил на шоу «Ночной контакт». Мы ближе познакомились, очень тактичный и воспитанный человек. Заслуга чья? Поэтому. И мне приятно, когда мне говорят в адрес моих детей такое. Значит, все это было сделано не просто так. Я уверен, что вы проходили пубертатный период. И я не знаю, я боюсь этого времени, какой он будет. Я думаю, что Стефания такая у меня, она нам задаст жару, но постараемся это все контролить. Да. Ты время от времени делишься с подписчиками мотивирующими постами. Там, как добиться цели, как развить, как добиться мечты. Вот расскажи, у тебя какая-то особая методика? Нет, абсолютно. Я... Или ты просто из своего опыта, как ты сам добиваешься? Слушайте, цели? Сейчас модно, да, слово, и такое скандальное, инфо-цыганщина. Я такой историей не занимаюсь абсолютно. У меня есть мысли в башке, я раз их выкину. То есть нет такого, что так, я должен написать какой-то мотивирующий пост и кого-то чему-то научить. Да нет, я даю информацию, а люди пусть сами как хотят ее так воспринимают. Я для себя сделал какую-то тему или историю, и она мне помогла, и я делаю выводы. И я блогинг — это же интересная тема, и я думаю, о, напишу, почему бы и нет. Вот. Я мыслями делюсь. А пишут тебе, допустим, кто-то в комментариях, спасибо огромное, там помогли мне там что-то решить или что-то определиться, да? Да, мне много писало людей в свое время, и я с дивана не могу встать, я не могу что-то сделать. Кто-то пишет, что а как, у меня нет ни ресурсов, ничего. Там просто говорил, иди в дверь, сюда не можешь зайти.
иди в другую, какая-нибудь дверь обязательно откроется в этой жизни. Наверное, я бы тоже, если бы там поставил перед собой какие-то конкретные... Я странный человек, у меня много всего, я распыляюсь. Если я буду сосредотачиваться конкретно, если бы я конкретно, допустим, ушел в музыку, то, наверное, бы копал, надоедал бы всем вот именно в этом направлении. Если бы конкретно ушел в кино, в актерскую деятельность, именно там бы копал, бы надоедал всем. У меня немножко распыление, это моя ошибка. Я где-то не сосредотачиваюсь, и вот эти посты, и я иной раз даже в первую очередь себе кидаю, типа, соберись, старина. Поэтому были моменты, когда люди, я не, там, не знаю, потом писали, как парень писал, о, спасибо вам огромное, сегодня я был там продавцом, там, через месяц я уже стал главным продавцом. Там, я потом благодаря вам, да, стал. Типа? Да. Угу. Прекрасно. Ну, прям приятно. На этой прекрасной ноте приятной. Вынуждены закончить, да?